Так, доброе утречко! Да какая сущность? Да что происходит? Новый друг? Я застрял во сне! Перезагрузка, мы должны стать единым целым! Хочешь, чтобы я тебя перезагрузил этой штукой? Дрянная девчонка! Включи свет, запусти генераторы! Это я вообще офигенно начал, я смотрю, можно я маску сниму? Вы можете уйти отсюда, пожалуйста? Ключ генератора, возможно, появится шанс перезагрузить его систему, когда все генераторы будут запущены, используя разъем для фаз-ключа на обратной стороне. Эволюции. А чё так много информации-то сразу? Этот появился, этот прыгнул и этот. Ничего не понял, но очень интересно. Ладно, мне надо что-то врубить генераторы. Кого-то мне здесь, видимо, надо будет отвлекать. Так, а нафига здесь камеры? А, ну типа они показывают генераторы, да? То есть там в самом начале можно делать шум этот. Мне кажется, шум, он вообще нафиг нигде не нужен, этот шум. Ну ладно, пойду урбать генераторы. Так, а что у меня здесь? Так, а у меня здесь какие-то другие генераторы, да? Обнаружена аномалия. Карантин. Чё я вообще... А чё, кто, где? Карантин. Подожди. Да чё ты ходишь постоянно? Не надо ко мне ходить, я тут делами занят, между прочим. Важными. Блин, я сейчас пока не сделаю, не пройду. Тебе чё надо? А я не могу убрать. Алло! А что он сделает мне? Ты мне что-нибудь можешь сделать? Или ты так вот по приколу гоняешь? Так ты вообще бесполезный. Чё ты за мной ходишь, тогда я сделать ничего не можешь. Я-то думал, что-то это... Вес имеет, так сказать. Ой, да иди нафиг тогда. Блин, я и маску убрать теперь не могу. Кто меня вообще поймал? Чё вообще, чё? Какое начало? Так, ладно. Сейчас это мне опять, походу, по новой будет рассказывать там. Про свои делишки солнечные. Ах ты, лучик добра ты мой. Сеть безопасности. Сидите по следу от отключенного родительского узла, чтобы узнать, что было открыто. Хорошо. Соедините символы с проводами, чтобы отключить родительский узел. Хорошо. Отключить все дочерние узлы. Хорошо. Как мне вообще этот робот? Что это вообще за робот, я пойму? Откуда он тут? Да, сейчас по новой начнет. Новый друг, я застрял во сне. Перезагрузка, мы должны стать единым целым. Хочешь, чтобы я тебя перезагрузил этой штукой? Дрянная девчонка. Включи свет, запусти генераторы. Так, ладно, мне надо, короче, включить свет. Похоже, воспитатель детского сада неисправен. Нифига себе, воспитатель в детском саду, я вам скажу. Я, скорее, свет дезинтерирует его. Включи генератор, возможно, появится шанс перезагрузить его систему, когда все генераторы будут защищены, используя разъем для фаз-ключа. А, Да опять эта фигня появилась. Тебя можно в карантин? Или... Вот что вот этот? Карантин. Солнышко. Карантин. А может потом солнышко надо просто по новой? Вот теперь солнышко вторым надо, может? Вот. Ага, я то есть... Все, я здесь открыл что-то, убрал, и я дальше прошел. А нет, я отсюда пришел. Подожди, а куда? А что за робот? Кто это? Ты откуда? Ты чей будешь? Вообще просто на ровном месте где-то застрял. Просто вот на ровном месте. Что-то врубаешь, что-то где-то убрал. Видимо, дальше мог пройти.
Ну пришел какой-то робот, это даже не солнышко приходит. И мне сейчас опять солнышко будет втирать, чем мне заниматься. Я правильно ведь понимаю? Конечно, правильно понимаю. Подсказанку, говорит, измени, говорит. Ну сразу, чтоб начал, прям с самого начала, вот что прям. Давай. А можно пропустить? Новый друг, я застрял во сне. Мне кажется, у меня дежавю какой-то. Перезагрузка, перезагрузка, мы должны стать единым целым. Хочешь, чтобы я перезагрузил этой штукой? Дрянная, дрянная девчонка. Включи свет, включи свет. Запусти генераторы. Я понял тебя, я понял. Ты дай я это сейчас, быстренько. Не исправен он там. Владелец детского сада. Так, давай. Вот, бегу. Использую. Пятая камера. Аномалия, карантин. Третья камера, карантин. Третья камера. Карантин. Все. Чё ты убрал? А чё я где убираю-то? Мне здесь, по-моему, других ходов и нету. Еще робот какой-то меня ловит постоянно. Нет, то, что что-то где-то убрал, это... А чё, а где вообще? Может, здесь перепрыгнуть можно? Да я не могу здесь перепрыгнуть. А, вот. Ё-моё. Так, а я сюда могу... А чё я подарок не забрал? А может, я сюда пройти не мог? Наверное, потому я и не забрал подарок. Логично, логично. Так, пойду врубать генераторы. А всё... А, я маску не могу, то есть, снимать. Да, меня эта штука будет... Так, я видел эту штуку. А, я думал, здесь подняться можно. Нельзя здесь подняться. Так. Надеюсь, больше роботы ко мне эти не придут. То есть все, у меня теперь эта фигня не отрубается, я буду постоянно теперь вот с этой фигней эти генераторы врубать. И что я нафиг я сюда пришел? Не, серьезно. Нафига я... А, вот труба. Ну, слепошарость, слепошарость. Такая жесткая слепошарость. То там этот начинает за мной ходить. А чё, я вниз могу? Нет, не могу, меня не выпускают вниз. Я просто иду по... Мне кажется, я круг-круг сделал. Так, здесь ничего нету. А куда? Зачем? А для того, чтобы что? Я его уже проходил, по-моему. Или я просто иду? Мне кажется, я, короче, просто иду вообще. То есть, просто прямо. У меня тут даже вариантов нет влево-вправо отойти, грубо говоря. Ну ладно, пойдем просто прямо. Так, чё, спать, пора спать. Поделки уже спят. Кто у тебя спит-то? А, теперь я могу доставать, убирать маску. И тебе привет. Так, теперь я не могу ее снимать. Вот, у меня генератор есть. Отлично. Свет! Это не сработает, иди спать! Солнца больше нет! Ха-ха-ха-ха-ха! Так, я так понимаю, мне сюда. Ну, выбор у меня невелик. Пойду сюда. Здесь специально для таких тупых, как я, прям указано. Иди сюда, говорит. Родная. Родной. Так, где-то... Второй же генератор. Так, он, по-моему, вон прям стоит. Это второй генератор же стоит? Нет, это... Это стоит. А нафига мне? Чё, здесь интересно? Ну, стоит, стоит, чё, ладно. Вот второй генератор где-то... Где-то есть. Надо его где-то найти. Ладно, погуляю здесь пока. Это вообще сверху стоит. Вообще не колышет его ничего. Чё, кого там? Борьба с самим собой идет. Победи внутренние страхи. Бояться это нормально. Ну вот это вот все. Так, подожди-ка.
Так, эти можно убрать. Я где-то пропустил... А, вот. Где-то пропустил. Вот база. База есть. Солнышко не канает. Надо с робота начинать. Я вообще так и не понял, что это за фигня. Вот как вот эта система устроена. Так, ладно, давай карантин. Что-то где-то я, наверное, увидел, да, сейчас? Что-то страшное. Я вообще не молоко, что происходит. Я просто реально не понимаю. Вот опять эта штука там за мной идет. Иди за кем-нибудь другим погуляй, у меня нет на тебя времени. Ну, я серьезно говорю, нет времени, иди с другими. Найди себе своего ребенка, сделай с ними, играй. Так, и куда мне идти? Сюда? Нет, оказалось, не сюда. Так, маску я не могу, да, снять? А может, это типа он меня ловит? У робота. Здрасте. Да ты цифровой, ты бесполезный. Отстань от меня. Так, ну пойдем дальше. Сейчас, наверное, где-то здесь найдем. Теперь убираем маску. И спокойно проходим. Там я, возможно, какой-то ништяк пропустил. Ну и фиг с этим ништяком. Главное, я нашел второй генератор. Эх, дрянная девчонка, прекрати. Свет делает нам больно. Хруст шестерней. В моей голове мы не можем двигаться. Ошибка. Какой док? Чё несут? Мне кажется, они что-то говорили, следуй за собакой или что-то в этом роде. Какой собакой? Я здесь собак не видел. Куда я иду? Зачем я иду? Так, мне говорят идти туда. Там солнце. Мне точно надо к нему идти. Может быть, ну сейчас ему, наверное, стало плохо. Я сейчас на него посвечу, я его сейчас починю. Братан, я бы тебе не доверял бы починку, мне... Я еще так вот тот себе электрик, я тебе кричу. Так, сейчас. Я-то что, девочка, 12 лет, я шарю. Как что делать? С днем рождения! Внимание, ребенок в опасности. Активирован безопасный режим. Девочка, тебе нельзя тут находиться. Это небезопасно, мне нужно прибраться к утреннему открытию. Здесь будет полно детей. Сиди, привет, ждем тебя снова и припаздного тебе дня. Спасибо. Да пожалуйста, обращайся еще. Мне что, вообще как-то это, по боку. А ты работаешь, нет? Че вы все тут какие-то безработные, а, собрались, а? Че, что-нибудь делать собираетесь, нет, стоите тут здесь все, ничем не занимаетесь, по теме не ботаете, да даже уборщиками не работаете. Сколько можно, Серёж, в самом-то деле? А ты че повернулся стоишь? Стыдно тебе, что без работы сидишь? Вот ты и стой в уголку там, стыдись. Да чё начинается-то? Чё за статер жесткий? Какой 4 вообще сейчас было? Это специально, да, чтобы меня запугать, видимо. Ну хорошо, ладно. Ладно, хорошо. А подожди, вот с тем что-то не так. С тем что-то не так. Его немножко не так... А, вон как, да? Блин, надо было раньше начинать, потому что эту фигню врубить. Ё-моё! Это так... Надо было намного раньше врубить. Я бы хоть увидел бы что-то. Здрасте. У вас тут как дела? Нормально, все хорошо? Солнышко лучисто улыбнулось весело. Может, а с корешем мы запели весело? На-н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 а. Ты куда ты идешь-то? А, вот ты. Ты вот это? А как мне туда пройти? Не, подожди, серьезно. То есть... А, мне надо эту фигню
То есть я могу его отключить. А нафиг мне его отключать? Зачем его отключать? А может быть, он меня типа палит, и меня это тогда начинает видеть? Мне вот этот момент немножко непонятен. Может быть, реально он меня видит? А чё я маску не могу снять, да? А здесь что интересного? А если найду? Маска комедии! Финит а-ля комедия! Ты что, звук такой нарастающий? Мне аж страшновато становится. Ну, если так, по чесноку. То есть, все-таки он может на меня нападать, если проходит какое-то определенное количество времени. Но я так и не понял, а как мне эту фигню-то сверху, ну, взять там, активировать и так далее. Ну, понятно, да? Понятно всем все. Всем все понятно или не всем все понятно? Ну вот, то есть к чему кабель шел? Это находилось сверху, мне надо было как-то опустить. И как будто, когда я одеваю маску, может быть, меня реально эти роботы типа видят, и они... Хотя там и не было где роботов, он тоже приходит. Че он приходит? А, ну ладно, здесь пройти-то 10 шагов. Ничего страшного. То есть, типа, как робот в итоге на меня нападает, да? Хорошо, ладно. Так, может мне просто вот так встать на подиум надо? А почему я просто не могу на подиум встать? Ну, серьезно. Мне вот эту надо починить. Фига себе тут заморочки. То есть так я не мог на лету все это сделать. Ну ладно, давай. Так, там у меня эта штука уже по-любому засчитана, что я ее типа взял. Так что ладно, и пойду дальше. Подарочек, он у меня типа есть. Что там было? Там было что-то не это, не это. А что там было-то, кстати? Маска трагедии или маска солнца? Или рация любимого персонажа? Подожди, то точно же типа забрал это или нет? По-моему, точно. А типа я же если взял, то это все должно остаться у меня. Маска комедии. Комедия! Все, давай прощаться. А то сейчас придет опять. Шалтай, болтай. Пойду отсюда, пойду дальше погуляю, что-нибудь день пооткрываю. Кого? Чё? Братух, тебе что надо? Иди нафиг. Так вот он меня как поймал. Так, а в этом мире он как ко мне относится? Так подожди, я ж врубил. В смысле, я эту врубил. Ты чё угораешь? Я эту никак не мог врубить. Ты чё вообще? Чё вам надо всем от меня? А ты чё за мной идёшь-то? Иди, найди себе другого ребёнка. А чё меня обманывают-то? Вот этот красный идет сюда. А чё их двое теперь ходят? А почему мне показывает не тот? То есть он все равно, если я даже это... Там он меня все равно ловит или как это работает? Фига себе, тут хардкор какой-то начался.
то как-то просека-просека, то сразу, на нафиг, давай прям, говорит, с первых минут начнем, говорит. Начнем, говорит, о, говорит, начнем, говорит. Офигеете, говорит, все, говорит. Офигеете. Ну, вот так вот. Вот так вот. И все. Все вот так вот. Так. Ладно, солнышко мое ненаглядное. За подарком не буду возвращаться. Значит, этот хуй. И эти штуки неправильно отображают. Какая штука это? Включена, какая не включена. Так, ну он чисто так за мной не идет, он просто ходит, видимо, ему не надо на руки попадаться. Я туда даже не... Вот, вот что, вот она опять ее надо брать? Как ты мне надоела, а? Почему? До этого же какие-то брались, они вот типа оставались у тебя, теперь по новой надо заходить. Как-то это странно очень устроено все дело, конечно же. Так, давай. Так, все, отличненько. Так, а где еще? Вот это вот типа нормально идет. Вот он что, за мной идет? Или как? Как это работает? И эта фигня пошла. Короче, он случайно какой-то врубается и ходит. Но он меня типа не видит. Или как он работает? Так, где еще кобеля? А куда он идет? А, он наверх идет. Так, и значит я этого там пропущу. Короче, я один кабель пропускаю. Здрасте. Он стоит, типа, и как ни в чем не бывало. Опа! Опа! Так, а так он не видит. Блин, я второй кабель реально пропустил. Он вот так вот через верх идет куда-то. Надо найти, куда он идет. Блин, что ж так сделали-то, а? Ладно, все. Все, сейчас все будет. Да я не видел, что второй кабель идет по этому потолку. Я по-другому бы тогда все сделал бы. Тут просто, тут мочат со всех сторон. И все. Не твое, говорит, это, не твое. Уходи, говорит, отсюда, девочка, зачем ты сюда пришла, говорит. Хриплая, сидишь тут, говорит, фигней, говорит, занимаешься. Такие вот дела, никому не нравишься. Именно так. Все, именно так. Так, ладно. Опять пойду сейчас заберу маску быренько. То есть, и одну врубаешь, врубается это. Здесь врублю и посмотрю, куда идет этот второй кабель. Ну просто, если бы я знал, сразу бы заметил, все было бы намного проще. Все было бы как в аптеке. Не, ну тут как-то странно. До этого в натуре брались, то есть не надо было повторно брать, а тут зачем-то надо. Я не понимаю, почему это так устроено, если честно. Так, давай. Давай, все, поехали. Давай, чиним, чиним. Интересный вообще механизм. Я говорю, потом их 4 здесь будет. И успевай, типа. Так, все, давай. Можно его вот как... Почему так сделали, чтобы пропрыгнуть даже никак? Это вот эти мелочи. Давай! Все, врубаемся, активируем. Так, мне надо второй кабель. Куда он идет? Вот он идет. Вот он идет вообще куда? О! Это тоже на меня идет. Да ё-моё, ты надоела фигня. Ща. Здрасте. Сейчас еще же один какой-нибудь врубится. Фига он меня догоняет как.
Отстань от меня, что тебе надо? Hey, так, еще один сигнал. Все отлично. Так, я что-то говорила, я сама не поняла, что я говорила. Куча сигнал, говорит, все будет, говорит. Все, говорит, отлично. Сейчас, если меня не поймают здесь, правда. Да просто! Просто используй! Так. I bet the doors are open now. Так, все. Ну, ништяк, мультик хоть посмотрю. Фига тут на туре суета какая-то происходит. Я так понимаю, эта штука, если долго стоит, то она может тебя поймать. Вообще, что это такое цифровое? Бывший сисадмин, что ли, или что? Мультики интересные показывают. Че, они вообще за электричество платят, нет? Почему здесь свет есть и дела? По-любому здесь здание так неплохо жрет. Электричество и всего. Фредди и друзья в туре. Ну вот Фредди поехал отдыхать. Так, здесь вот что-то было. А тут... А тут Грег... Эй, на ней моя маска! Это Грегори! Интересненько. Так, солнце рождает луну. Мне солнце, наверное, надо начинать, да? Или нет? А, ну типа вот, у тебя показывает порядок действий. Ну вот, солнце, давай, солнце. Рождает луну. И получается робот. Так и живем, так и живем. Фига себе. Что это вообще? Что такое вообще? Это мне туда внутрь надо залезть, что ли, или что? Фига себе аниматрон. Натури мне туда, походу. Фига меня глючит, натури мне к врачу надо срочно обратиться. Может, со мной здесь какие-то ненормальности происходят. Ладно, пойду, зайду, так уж и быть. Здравствуйте. Фига я... Кейси, путешественница, я застряла, помогите. Все в твоей голове, сними маску и посмотрим. Да, действительно, все в моей голове. Учитывая, даже какой-то датчик у меня в голове. Тут опять мусор, опять там тараканы натаскали. Как они мне надоели уже. Давай, 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 пошли, пошли, пошли. Воздуховод трещит по швам, надеюсь, что он не упадет! Ё-моё! Ух! Как я не умерла еще? Подожди, я где? О, я поехал куда-то. Чё опять началось-то? А где фонарик мой? Я фонарик потеряла, что ли? Подожди секунду. А где мой фонарь? Я что-нибудь видел... Видел бы хотя бы. Так я вообще ничего не вижу. Монти, приветствую вас категорически. Как ваши дела? Все ли хорошо у вас? Они тут всю банду даже собрали. Рок-банду. Мега пиццаплекс. Ну, видишь, Монти какой добрый, вот стригут. Добрячок, так сказать.
Ну ништяк, хоть на экскурсию на халяву сходила. Тоже неплохо, что покатаюсь тут сейчас. Потом узнаю, что кого. Трек закончится, я должна выбраться отсюда. А чё? О-о-о! Так, держись, родная, держись! Фига себе, Грегор, я его найду, его всыплю. Нифига, он мне путешествие здесь создал. Целое. Трек заканчивается. И мне ж ни одного показал, что имелся в виду. Трек заканчивается, это какая-то музыка, потому что она прекратила играть. Но трек закончился. Кейси, где ты? Грегори, я на вас как? Говоришь, отсюда можно добраться до гоночного трека? Секунду, на чертежах указано, что можно направить кабинки в ремонтное помещение. Отключи узел безопасности, затем используй контроллер трека. Грегори, ты меня слышишь? Конечно, нет, значит узел безопасности и контроллер трека. Знать бы еще, что это такое. То есть тебя одно смущает, да, контроллер трека, этот узел безопасности, а то, что ходят роботы, аниматроники на меня нападают, это вообще, это такой, ну, маловолнующий случай, я правильно понимаю, да? То есть все нормально, моя другая личность, тебя это вообще не беспокоит, то, что ты маленькая девочка, вернее, я тут сейчас, может, скоро умрешь, уже несколько раз умирал, ну, то есть это норм. Это норма. Так, здесь нет ничего, ладно, никакого прохода. Есть. Так, мне отсюда, да, идти? Нифига себе, тут сколько надо этих. Похоже, эта цель соединена с подвесными мазками. Чё, правда, что ли? Я думал, с этой штуки пострелять. Чё, не дадите? Ну, не хотите, как хотите. Не больно-то и хотелось. Счастливого пути! Так, ладно. Ладно. Повторим попытку. Попытка наша не пытка. Как-то так. Как-то так. Как-то так все происходит. На подсветке полу под родительским узлом можно понять, сколько начальник узлов к нему подключить. Да ладно, правда что ли? Мне прям нравится, когда начинает. Вот, может быть, вы бы мне это говорили вот сразу, когда я первый встретил. Так, ладно. Да мы разговаривали с тобой уже. То есть, подожди, там я не могу просто пройти? Да нет, могу. Пол такой скользкий. Так. А как я должен дальше здесь куда-то проходить? Чё-то я не это, не пойму немножечко. Да куда ты? Чё ты делаешь-то? За куда ты, зачем ты летишь туда? Главное, за кое-что нормально пошла. Такой, нет, приятного полета. Говорит, нафиг, оно мне все надо, говорит. Меня, говорит, это все подзадолбало, говорит, уже. Поэтому вот так вот. Это не выход. Эндоскелет не любит, когда на них пялятся. Идите по следу, понятно. Следите символу, понятно. Отключите все дочерние узлы, чтобы получить возможность включить родительский узел. Понятно. Это надоело. Ты каждый раз мне тут сначала будешь говорить, что... Так, вот это наверх идет. А, то есть так я не мог, да, это сделать? Все понятно. Короче, все ясно, все понятно. Не, я думал, что он так заработает. Пол такой скользкий. Да я заметил, что пол скользкий. Здрасте. Может, давай не сейчас, а... А! Здесь моста нет. Здесь просто моста нету. Просто нет моста, понимаешь? Там нет моста. Так, давай, еще попыточка. Что-то меня прям это.
Да это я понял все, давай. Сделаем, просто возьмем и сделаем это. Надо бы. По-любому ж надо. Так, давай. Да я не хочу с тобой общаться, что ты меня названиваешь вообще? You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondolas to the maintenance room. Deactivate the security node. Then use the track control. Да все, можно я это? You there? А то сейчас эта штука придет за мной. Of course not. So, security node. Да это все понятно. Whatever that is. The floor is all slippery. Да, скользкий пол. Все в курсе. Так, здесь есть что-нибудь? О, здесь сюрприз есть. Пиньята солнца. Это, конечно, хорошо, но... Так, а этого нету? Кабеля. Так, кабеля пока нету. Я все понял. Так, а... Наверное, вот так надо здесь. А можно я как-то здесь... А, можно, да? Спасибо. Не, ну там, конечно, я жестко шел. Только пошел, типа мост есть. А там нет никакого моста, оказывается. Вот здесь прям. Не надо же было именно в этом месте такое. Дай-ка я масочку-то сниму. Немножечко. Так, что у нас там? Куда идет? Туда идешь? Молодец. Так, маску пока не снимаем. Так, надо стрелять, наверное, будет откуда-то, куда-то. Однозначно. Однозначно по-любому. Так, идем. Идем. А то там это придет. Бабай. Так, вот, что-то делаю. Что вообще тут делаю, непонятно. Так, ладно. Так. Тебя надо вырубить. Сейчас мы тебя отрубим. Кейси, тебе надо скорее вернуться в кабинет инкубатора и попасть в, там куда-то зачем-то. Зачем мне куда попадать? Это ты попал в беду, а не я. Не указывай мне, что делать. Я вообще-то взрослая состоятельная женщина. Я угораю. Так, давай. Вот это, что с этим еще? Ага, все, я понял. Допустим. Главное не пропускать наличие отсутствия мостов. Так, иду дальше. Двигаюсь дальше. Вот тут, по-моему, упало, да? Так, вот он идет. Что-то куда-то дальше, все дальше, дальше. Так, здесь может есть. А вы ко мне, молодой человек, или кому? Надеюсь, не ко мне. Может, у них там свои какие-то разборки. Так. Где там кабелек второй-то? А куда кабель-то? Вот, сюда идет. Сюда, сюда, сюда идет. А что надо сделать-то? Что-то я не понял. Ну я понял, что здесь какие-то невидимые ворота, а как мне с ними справиться? О, меня сейчас вырвет, как я тут оказалась. Своих душ, глупышка, если ты устал, почему бы не сделать перерыв? Так, маску я не могу снимать. А чё? Чё тебе надо опять здесь? Чё ты пришёл сюда? Чё ты вечно ходишь? Так, и куда этот красный ведет? Прекрасный. Я чё, уже потерялся? Где я вообще хожу? За... Стой, я же здесь был, или нет? Или не здесь был? Нет, не здесь был. Так, отключен второй из четырех. Это вообще что за межпространственный портал здесь? Так, может здесь смогу насквозь? Нет, не смогу насквозь. А что такое реально? А это зачем? Это для чего?
Так, а может мне просто назад вернуться? И все. Хотя, ну давай в эту сторону прогуляюсь. Так, вот красный есть. Всем безопасно себя выпустить, пока ты не отключишь дочер... Да правда, что ли, в смысле? Может быть, ты тоже чем-то позанимаешься, а, халтурщик? Сидишь там в подземелье где-то. Своими делами занимаешься. Давай, лети сюда. Да ё-моё. Да ё-моё! Последний остался. Уэ! Братан, не надо! Да ё-моё! Короче, мне сейчас по новому весь этот путь, да, надо делать. Это просто потому, что я в последнюю не попал. Если бы я попал, то все было бы отлично. То есть, а мне сейчас узлы вообще по новой, да, надо все отключить. Сейчас узнаем. Да по-любому получается так. Получается так. Как-то оно так вот работает-то у нас. Я тут пришел, меня спугнул, я в нижний не попал из-за этого. Вниз бы попал и дальше бы пробежал. Все, чики-чики. А чё, нет? О, ништяк. Не, это хорошо, когда так. Так я играю тогда. Хорошо. Так уж и быть. Это норма. Так, а чё мне там, куда идти-то? Прямо надо, насколько я помню. Не, это нормально. Это нормально. Не, я-то уже думал, все, финит или комедия. Сейчас думаю, там в самом начале опять, ага. Сейчас попаду в эту всю фигню. Да ты надоел. Во! Так, давай, пошли. А мы пошли. Так, а куда мне идти-то дальше? Да. Психушку или куда? Куда деваться-то? Так, вот там что-то стоит. Компьютер. Во! Ништяк. Так, давай отрубаем все это дело. Теперь, чтобы эту не вызывать... А чё я вот кричать, например, не могу? Типа, вот там есть функция, говорит, крикнуть голосом. А как крикнуть-то? Зачем знакомиться с этой функцией, если я ее не могу использовать технически? Ты сам вначале сказал, это можно делать. А как вот ее, вот куда я должен нажать? Была же функция такая, чтобы этого отпугивать. Понятно все с вами, понятно. Начали за здравие, закончили не за здравие. Так, а здесь надо копить что-нибудь делать? Камеры те же? А это другие камеры? Так, ладно. Мне, наверное, по-любому надо идти в этот. Вот тот воображаемый коридор. Почему-то у меня такое чувство. Так, отключу пока. Потом туда перейду и там дальше куда-нибудь пойду. Дальше куда-нибудь пойду, возможно, что-нибудь найду. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно, все, идем. Порталы. Чего вообще? Я точно там. А мне маску можешь здесь снять? Мне кажется, это... Нет, нельзя маску снять. Здрасте! Заяц-волк! Что? Что случилось? Я принял необходимые меры, теперь здесь безопасно. Спасибо тебе, консультант в голове. Да, с моей помощью я сносил хелп, и там сигнал жуткий кролик тебя больше не потревожит. Ну, если все, больше ко мне не будет приходить, а раньше ты не мог, то я смотрю, ты там вообще всем можешь заняться. Сколько ты там сидишь? Ты за это время уже 100 раз мог это сделать. То есть больше он меня не потревожит, хорошо. С компами надо что-то делать? Он точно не потревожит больше. Себя вижу.
Так, где-то я упустил моментик. Ё-моё, а я допрыгну? Допрыгнул. Получается так. Глэмчики. Так. Отрубить их на всякий случай. Так, а мне надо еще один этот кабель красный. Я, походу, что-то пропустил какой-то момент. Прям нифигово так жестко пропустил. Так, а это что куда? А это вообще что зачем? А что ты откроешь мне? Да ё-моё! Вот так надо сделать и все. А чё и где я врубил? Ну чё, где-то врубил. Так, и вернулся я назад, откуда начал? Я так понимаю, правильно же или нет? У меня кабеля одного нету, блин. Вот кабель там, вот который. Мне надо туда как-то вернуться. Я вспышку пропустил. А он куда-то туда уходит, слушай. Может, я смогу как-то туда вернуться, там все наладить. Жизнь может наладиться и так далее. То есть назад я не могу, да, вернуться? Откуда я вообще... А, вот, вот проход. Можно мне, пожалуйста, назад? Да ё-моё, мне что, сейчас опять вот этот круг, что ли, сделать? А-а-а, ну ладно, что. Не, ну это тоже не веселая фигня какая-то. А может здесь у меня мост, типа, есть теперь? У меня есть здесь мост? Нет у меня здесь никаких мостов. Иди, говорит, по новой, говорит, и не ной. Ну, пойду по новой. Но у меня другого варианта нету. Там поднялся, а выйти назад не могу. А что ты второй раз-то падаешь? Ты уже падал. Не, реально кролика больше не будет? На-на-на-на-на-на. Здесь тупик небольшой. А может запрыгну? Алло! О, спасибо. Так, давай идем. Мы идем, идем, идем. Мы куда-нибудь придем. Так, подожди, сюда мне не надо идти, мне почему-то такое чувство. Так, сюда я не пойду. Пойду сюда куда-нибудь. Так, мне надо найти. Так, это не тот кабель. Мне другой надо. А что, реально он больше не будет ходить меня пугать, что ли? Слабак. Так. Во, сейчас через порталы. Давай, второй портал. Вот. И здесь где-то... Куда здесь? Всем безопаснее выключить, пока ты не отключишь дочерние узлы. Да я в курсе. Вот, теперь мне надо по этому красному идти. Вот, понять, куда он идет. Он идет туда. Ништяк. Просто я там что-то где-то его пропустил чуть-чуть. Просто самую чуточку его пропустил. Вот. Куда ты идешь дальше? Вот дальше он красный идет туда. То есть мне в любом случае надо здесь перепроходить. А, вот он к этой штуке идет. В натуре, как я тебя так пропустил, та, родной. Все, отлично. Давай тебя врубаем. И теперь пошли. Просто, вот сам концепт. В последний момент сделал роковую ошибку. И меня потом взяли назад, не выпустили. А почему я не мог просто вот назад здесь вот взять, перепрыгнуть? Вот назад вот так. Почему я не мог запрыгнуть? Что, трудно было это сделать? Чтоб я туда бы пришел и нашел бы вот тут. Нет, конечно, нафиг это не надо. Ходи, круги, делай вокруг всего. Вокруг всего мира сделай круг.
Может, а Грегори тебе не друг? Ну так вот. Так, все, давай отключаем вот это все дело. Так, а куда мне потом идти? Туда куда-то. Куда-то туда. Так. Что у нас тут поинтереснее началось? Так, давай вот так. Допустим. Потом давай. А как потом-то? Они ж не могут пересекаться. Значит, нет, всю фигня. Удалить. Давай вот так. Потом. Да блин, а чё? Удалить, подожди. Подожди, подожди. А как мне их так соединить-то, а? Нет, понятно. Во. Все ништяк. Фига я там нахимичил. А мне туда как пройти-то вообще, стесняюсь спросить. Ну типа открыл я какие-то воротины. Чуть-чуть теперь-то. Нарушение безопасности. Что-то я это... Ну, открылись, типа, воротины, но... А как мне в них попасть? Ну, мне, видимо, вот сюда к рычагу надо добраться как-то. А я тут что-то вообще каких-то очевидных дорог не вижу. И почему мне эта штука каждый раз вылазит? Что, типа, я все-таки смогу выпрыгнуть здесь или не смогу? Ворота, там вот единственная штука, вот куда можно пройти и что-то можно сделать. Ну, а как, чё? Тебе нужно гаттер и попасть в ремонтное помещение. Что такое кабинка гаттера? Не, серьезно, что такое кабинка гаттера? Ну, я понимаю. Мне здесь-то как быть-то? Открыл такой сверху. Ну ладно, что, открыл, молодец. Возьми с полки пирожок. Блин, показалось, что ползает этот. Нет, нифига не ползает. Я что-то реально я не понимаю. Ну вот, он прям показывает, что туда. Я летать-то не умею. Здесь я не могу выпрыгнуть. Вот где здесь вход какой-нибудь? То есть, может, рычаг, типа, потом я поеду. На недельку до второго, там, в Комарова. Куда? А как мне туда попасть-то? Здесь прям вот часто какие-то неочевидные вещи бывают. Вот я, честно, я не понимаю. Кого, чего, куда, зачем, откуда, как, зачем и почему. Вот, ты вернулся, говорит, ты молодец, ты, говорит, все открыл, говорит. Красавчик, говорит. Теперь иди дальше. Как пройти дальше? Маску врубаем, вырубаем, ничего не видим. То есть здесь ничего нету. Кабинка гаттера. Что такое кабинка гаттера? Чем везде камеры эти вот понаставлены, тоже непонятно. Может, я должен где-то, я не знаю, отсюда как-то прийти. А как я отсюда приду? Куда? Здесь вот все, говорит, уже давно не работает. А вот эту фигню я сделал. А, я, может, доехать должен.
А, так вот что я чинил-то. Это многое объясняет. А то я починил, сам не понял, что починил. И все, и теперь я сюда поехал. Понятно. Понятно все. Ты вон бы мне лучше сказал, тебе надо идти и дальше на этой штуке прокатиться. Вон там вначале поищи. Если он так все видит, там через камеры и так далее. Мог подсказать самую малость. Так, все, мы, видимо, куда-то приехали. Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим этот ролик. Если вам понравилось, конечно же, поддержим своими лайками. Я не знаю, сколько DLC вообще попродолжится будет занимать. Но мне кажется, что оно как бы, ну, оно же не будет как основная игра. Может быть, буквально еще пару выпусков, и все, и оно закончится. Ну, чего ты ждешь? Ну, тебя жду, с людьми прощаюсь, между прочим, тут смысл. Лезет он здесь. Ну, чего ты ждешь, и так далее. Вот, ребят. Поэтому надеюсь, что вам понравилось. Не забываем подписаться на канал, не забываем подписаться также на Дзене, на Рутубе. Я не знаю, кстати, как вы там отсмотрели первую серию, потому что я вам снимаю вот, скажем так, сегодня что. И я вам снимаю еще во вторник, вы это увидите, соответственно, в среду. Сейчас даже зайду ради интереса гляну, потому что у меня первая серия вышла буквально там сколько-то, полтора часа назад вот вышла у меня первая серия. Ну, кстати, вы ее даже смотрите, на удивление вы ее смотрите. Значит, эта серия у меня выйдет утром. Вот, как-то так. Вот, вот, вот. Именно так, именно так. Так, все, ребят, ладно, все, заканчиваем. Всем спасибо, что смотрите, что поддерживаете лайками, вот, вот. Нормально, нормально. Вот, ну почему-то я вот именно вот что в Security Breach, что вот здесь иногда вот реально сталкиваюсь с какими-то вот этими непонятными. Ну типа... Для меня было не совсем очевидно, что надо на этой штуке заехать. Потому что снизу была какая-то фигня с рычагом. И было похоже, что ну, как будто мне надо, может, рычаг нажать, и вот этот островок поедет вверх, или, может быть, что-то в этом роде. Я реально, я честно думал, что так. Вот эта штука, да, когда я ее проходил, я даже не понял, что она вообще, зачем активируется. Для чего, чтобы на этой штуке прокатиться. Вот, как-то так. Ладно, ребят, всем добра. Давайте увидимся. С вами, как всегда, был я, Лёх Смертник. Продолжение вы увидите, ну, только завтра уже. Это вы смотрите в среду. Значит, я завтра среду отсниму на четверг. Я же не буду по три ролика вам в день пилить, потому что у меня заранее там тоже что-то напилено там уже было. Что-то по предсоседу, там шоу хриплых и так далее. А тут просто, вот, в смысле, врывается руин в чат, так сказать. И мне приходится вам второй ролик пилить. Вместо того, чтобы что-то гулять, чем-то заниматься. Поэтому я вообще не знаю, как я на следующей неделе буду ролики перекрывать, чтобы как-то отдохнуть себе позволить и так далее. Все, давайте, ребят, всем удачки, всем пока, увидимся. С вами, как всегда, был я, Лёх Смертник. До встречи.